круто. Неплохо, неплохо. Но у меня круче. Круче только от Гуччи. У меня от Ив Сен Лоран. Минуточку. И аксель бантик сними. Чего? Сними, сними, аксель бантик. Не положено. Почему это не положено? На параде, пожалуйста, аксель бантик. А при демобилизации не положено. Опа. Ладно. В поезде наденем. Класс. Опа. Картинка прямо. Полтора года к дембелю готовился. С февраля мундирчик полировал. Но аксельбантик пока отдельно. А чё? Здорово. Угу. Нормально. Прошу в поезде соблюдать все правила общественного общежития. Одним словом, прошу блюсти честь мундира. А тебя, Степанов, это в первую очередь касается. Благодарю за службу. Службу Отечеству! Направо! Шагом марш! Свобода! Это дело надо обмыть. Обязательно. Да. Ну вот и дождались. А? Ну так, это дело надо обмыть. Да. Золотые слова. Добрый день. Здравствуйте. 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 Горячий обязательно? Да, обязательно. И, самое главное. 4, 5, 6, 7, 8. По одной на каждого. 8 бутылок водочки. Угу. А немного ли будет-то? На 8 человек? Раз. Отставить. Для начала вам и 4. Вот так, за глаза будет. Как а там это? Посмотрим по поведению. Поведение у нас будет самое, что ни на есть, образцовое. Да, конечно. Я хочу выпить за наше боевое братство. Чтобы никто из нас не потерялся на гражданке. В общем, за дружбу. Давай, давайте. А у нас, по-моему, боеприпасы закончились. Да, слушай, нас тоже закончились. Что делать-то? У пятой роты припасы кончились. Нам бы еще 4 фугаса. И 5-6 ракет с земля воздух. Хорош, хорош, ребят, хорош. Прилично выпили, нормально закусили. Ну, будьте человек. Все. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ну, вот еще. Нормально. Что будем делать? Не знаю, я только расслабился. Мы так просто не сдадимся. Через 2 часа станция будет. Разведрота. Я. Сойдешь на станции. Рейд в тыл врага. Есть. По сестре соскучился страшно. Увидит, вот обрадуется. Ждут все, к встрече готовятся. Даже не верится. Завтра уже дома будем. А мне еще от Москвы до Архангельска. Отца увижу, мать. Отец, говорит, больной, сердце больное. Инфарктник, постарел очень. А ты позвонил? Потому что человек старый, надо предупредить. А как же, позвонил, конечно. А меня моя не дождалась. Вышла замуж. Пожила с ним год, развелись, теперь свободная. А я вот не знаю, что делать, простить или нет. Ну, это зависит от того, любишь или нет. Люблю. Ну, тогда прости. Не могу, я гордый. Нормально. Смотри, кажись, поехали. Так, что такое? Кажется, тронулся! А где разведка-то? Не успеют. 2 года обучали. Толку никакого. Слушай, может, стоп-кран рвануть? Молодцы, ребята. Взяты трофеев. 10 снарядов. Земля. Нормально, нормально, нормально. Ну что, начнем? Рядом едут солдатики, демобилизованные. А, да-да-да. Заснуть невозможно. Они, во-первых, песни поют, а во-вторых, они почему-то все время стучат в стенку. Я врач, я не воспитатель. Потом я их боюсь. Значит так,
Разговоры отставить, веселье прекратить. Люди спать собираются. О, давай. Так, это что еще за стук был? Это азбука Мурзе. Ей революционеры в тюрьме перестукивались, когда революцию делали. Угу. Отставить революцию. Девушка, ну ебу, как в армии? В самом деле, а? А мы, между прочим, практически на гражданке. Угу. А, вот смотрите, угу. Наши друзья в соседнем купе, а мы здесь. Как нам общаться? Они там тост скажут и нам постучат. Ну? Мы их здесь поддержим и наоборот. Очень живой разговор. Вот приедем в Москву, там и бузите. Короче, на стрельбище ни коровы, ни черта лысого не видно. Я перезаряжаю автомат, делаю шаг вправо. Так, 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 спокойно. Можно вот на полтона потише, а? Мы ж артиллеристы, на ухо туговаты. Это не имеет значения, ребят, я-то все слышу. А можно с вами наедине поговорить? У меня личный вопрос. Так, давайте тут все, тут закругляйтесь. Пойдем. Говорите. Понимаете, эта проблема носит глубоко интимный характер. Вы красивая женщина. Так, так, стоп, стоп, и я надеюсь, вы мне поможете. Так вы на что намекаете? Да ни на что я не намекаю. Просто хотелось поговорить по душам. Видите, у меня душа плачет. Вот мне слезы. Это у вас водка лишняя выходит. Ложитесь спать. Угу. Я чувствую, ночка-то у нас веселая будет. Спрячьте меня, пожалуйста. Успокойтесь, не надо нервничать. Мы на учениях как что спрячем, сами долго найти не можем. Серьезно? Угу. Положение безвыходное, денег нет совсем, а ехать надо срочно. Выручайте, ребят. А вдруг меня из поезда высадят? Мы вас не отдадим. Правда? Правда. О, привет. Я смотрю, в вашем полку пополнение. А вот мы в соседнем купе едем. Да. Будем знакомиться. Меня Александр зовут. Очень приятно, Аня. Анечка, а заходите к нам в купе. Мы будем вам очень рады. Как-нибудь в другой раз. Анечка, не ходите к ним в купе. Аня сама разберется, ходите или нет. Нормально. Кстати, Анечка, вы очень похожи на мою сестру. Двоюродную. Правда? Да. Пойдемте, я покажу ее фотографию. Слушай, оставь ее в покое. Никуда она не пойдет. Это еще почему? Потому что она похожа на мою сестру. Двоюродную. Вали отсюда. Нормально. Андрюха, а ты вали отсюда сейчас. Кому сказал, а? Старшему по званию? Ну, пойдем, я тебе устав почитаю. Так, мужики, не надо, не надо. Все. Иди, Андрюха, вломи ему ухо. Я пойду с вами в гости. Только не надо ссориться из-за меня. Анечка, ничего сюда страшного. Фотографии, мы посидите, здесь никуда не уходите. Не волнуйтесь. Сейчас я вернусь. Давай, Норман, пойдем. Секундантом. Есть. Нормально. Куда это они? Курить пошли. С такими лицами курить не ходит. Я за ними. Так, сиди. Надо бы узнать, чем другие занимаются. Угу. Знаешь что? Сами разберемся. Ты иди к ним в купе, а я здесь. Нормально. Ну, держись. Нормально. Ребят, чем занимаемся, а? О, девушка, а вы откуда здесь? М? Свой, пожалуйста, проездной билет предъявите мне. А у меня нет проездного билета. Тогда я вынуждена садить вас поездом. Это невозможно. Ой. Она моя жена. Угу. Да. Сейчас я вызову наряд милиции, и он высадит вашу безбилетную жену с поезда, ясно? Мы замолкаем.
дальше тишина. Все, все, отбой, все, все. В том-то и дело, отбой, все, давай, ты тоже свою купа давай, бегом. Отбой везде. Пошел на место! Да, ты че, мамаш? Входи давай сюда. Из-за чего подрались? Из-за дамы. Ой, вы видели, сколько у них там водки, а? Там уже не важно совершенно, из-за дамы или не из-за дамы. Так. Вот вы не знаете, а говорите. Сидеть! Я его в дисциплинарный батальон упеку. Ты смотри, чтобы тебя самого куда-нибудь не упекли. Понял? Дурила! Зуб шатается. Погоди, дай гляну. Нормально шатается. А вы, Анечка, москвичка? Да. И я москвич. А я из Ташкента. А вы там где живете? В Марино. Я в Марино. Да? Дайте мне свой номер телефона. А зачем тебе ее номер телефона? Ну, позвоню как-нибудь. Не давай ему свой номер. Как скажешь, дорогой. Муж не разрешает мне давать мой номер телефона. Да он тебя бросит. И уедет своей ненаглядной. А может, не брошу, откуда ты знаешь? А может, он меня не бросит? Бросит, выходите за меня. У меня спортивная фигура, а у него кривые ноги и 2 года в грязном рычаге проходил. Ну вы, сударь, хам. Я на дуэль вас вызываю. Господа, господа, отлично, отлично. Выйдемте, а я буду секундантом, а? Пойдем, пошли, пошли. Я как будто на рыцарский турнир попал. Шш, а вы, леди, сидите здесь. Не светитесь. Понимаешь, отец у меня сердечник. Он же совсем молодой еще. А врачи говорят, что ему жить осталось совсем ничего. Малыш, что врачи говорят? Они что, не ошибаются, что ли? Ладно. Ты давай, не увлекайся. Что-то затихли все. Пойду посмотрю. Угу. Покурю. Больше не пей. Че там? Лощак с Анохиным рубится. Давно? Минут 17 уже. Я Норма на секундантом оставил, сам покурить вышел. Ага, дай. А Степанов и Сомов как? А, ничья, ничья. А здесь? А здесь Витя разбил Лощаку нос. Это временно. Временно. А Рагулин все пьет. Да? Да. Это он зря. Ты чего? Трехслойное. Я такое стекло насквозь пробью ударом кулака. Да ладно. Слушай, крепко ее выдержала. С первой попытки не взять. Хотите, я вам мундир приведу в порядок? Нет, смысла никакого. Мне хочется сделать для вас что-нибудь хорошее. Да, почему? Потому что мне кажется, что вы настоящий мужчина. И вообще, если честно вам сказать, вы мне больше всех нравитесь. А вы где живете? Я в Архангельске. А я москвичка. Мы с бабушкой живем в огромной квартире. Бабушка, наверное, скоро умрет, и я одна останусь. Что, у вас никого нет? Нет. Был парень, но он, как оказалось, еще с моей подругой встречался. Вы ведь не такой? Нет, я не такой. Вы не городской? Не. А люди из глубинки, они какие-то искренние, чище, что ли? Не знаю, наверное. А давайте как приедем, так пойдем ко мне, я вас с бабушкой познакомлю. Давайте. Прекратить сейчас же! Сейчас же прекратить! Товарищ милиционер, братишка, у нас здесь никакого криминала. Честно, офицерский поединок. 2-3 минуты и будет перерыв. Я кому сказал прекратить? Так, товарищ милиционер, будь человеком. У нас здесь нормальная ситуация. Господа дерутся за дамы. Я тебе... Успокойся немного, а? Какое купе? 5-е и 6-е. Значит так, голуби сизые.
Вы что, хотите, чтобы я в последний день вызвал военную комендатуру, и вы у меня в дисбат залетели, да? О, вот это вот слишком, товарищ старший да, сержант. А дебоширить ночью, это не слишком? А кто дебоширит-то, а? Я же говорю, господа из-за дамы дерутся. Где дама? Это та безбилетница, про которую я вам говорила, заяц. Это не заяц. Это моя невеста. Вы, конечно, извините, но это моя невеста. Нет уж, извините, но это моя жена. Нет, это моя жена. Надо снять эту жену вообще с поезда. Так, смирно! А то весь вагон разнесут. По одному вперед. Они же 2 года в увольнении не были. Аккуратней. Какое, вот это купе, да? Да-да, вот это, вот это. Опа, я так понимаю, что это ваша невеста. И ваша жена. Крепкая, не поддается. Ну да, я попробую. Да куда тебе? Я тебе сейчас покажу, кикомо проникающий. Смотри, пробил. Слушай, что у тебя с рукой? Кровь. Вот они, женщины 21 века! Развратник! А я ей хотел в Москве звонить. Вы мне спросили, нравитесь вы мне или нет. Да подождите, вы посмотрите, что у них под столом, целая батарея. Мы же артиллеристы, отсюда и батарея. Гражданочка, билет, пожалуйста. У меня нет его. Тогда паспорт. Пожалуйста, возьмите. Гражданка Зайцева, со мной пройдемте? Никуда она не пойдет, останется здесь со мной. А вы тоже со мной, товарищ, давайте. Не надо меня руками касаться, я взрывной. Слышь, ты взрывной, я на тебя сейчас наручники надену, понял? Одень их себе знаешь на что. Куда? Мужики, не могу кровь остановить. Отпусти. Что там еще? Смотри, бледный какой. Че это с ним? Так, отойдите, я сказала. Отойдите, дайте доктору. Тихо, тихо. Держи крепче. Так, сухожилия целы, вены не повреждены. Аптечка есть? Есть. Ксюша, иди за аптечкой. Быстро. Там Рагулин умер. Сердце остановилось. Как? О, да господи. Ребята, ну что же вы, и богу! Боже мой! Да, давай. Жгут несите! Опять у вас не получилось? Ой. Девчонки! 5-0, сухое! Но я ж тебя просил. Ой, не да говорить ладно. Никому. Да а? Ладно вам, Петр Ильич, это ж свои. Катька, а ты что такая? Случилось? У его отца инфаркт миокарда. Вот и принял в горе. Он уже не дышит, бедненький. Выйдите, вы мне мешаете. Доктор, ему 20 лет всего лишь. Андрюха, с тобой это что? Андрюха! Андрюх! Вставай, 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 вставай! Андрюха! Вставай, 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 вставай! Вставай, вставай, Андрюх! С тобой это что? Живой? Наварил мне мент. Ты ж боксер! Правый прямой пропустил, а? Разве мог я такого ожидать от представителя власти? Черт, лица нет. Кителя тоже. Домой при полном параде появлюсь. Вот родители на меня подивятся. Ладно, не переживай. Знаешь, главное живыми доехать. Терпи, казак, атаманом будешь. Как? Так, вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Ну вот. Ожил. Ну что? Все будет хорошо. Все будет Рагуля, хорошо. Рагуля, ты что, дурак?
ты че умер-то? Сейчас сделал бы сюрприз для своего отца, сердечник. Вась, ты на том свете был? Видел что-нибудь? Чего? Шестое. Встать! Выходи, строится! Лежать! Совсем оборзели, сукины дети! Совесть потеряли! Дома отцы матери ждут, не дождутся, а они... Дурь гуляет, думаете, обуздать некому, да? Кто старший? Сержант Сомов. Виноваты. Разрешите искупить свою вину. Встать, строй! Тимохов, займись! Уже делается. Ну что, орлы, пошли искупать. Здрасте.